перешел, то, что было летом, осень, черно-белый, черно-белое сочетание, оно также в фаворе, оно никуда не делось. Оно, в принципе, никогда никуда не девается, его бывает больше, бывает меньше. А потом красный. Красный не только в помаде, как нам потом Катя расскажет, но и красный вообще идет всех оттенков, и мне нравится то, что идет не только алый холодный, алый больше теплый, кирпичный красный цвет очень актуален, такой красно-оранжевый тоже, слегка приглушенный, тоже очень красиво. Но в помаде это очень сложные цвета, их нужно очень аккуратно подбирать, вот кирпичные и красно-оранжевые.